Здравствуйте, дорогие друзья! Вы сегодня присутствуете на занятии театрального кружка «Вишневый сад». И сегодня наше занятие хотела посвятить театру, рассказать вам немного об истории театра и о значении слова «театр». Итак, слово «театр» переводится с греческого языка как «зрелище» или как «место для зрелищ». Зрелище, зритель, зрение – это однокоренные слова, родственные друг другу. То есть театр – это то, что зритель смотрит. Спектакли, концерты, выступления. И обязательно на сцене, чтобы можно было видеть спектакль с любой точки зрительного зала. То, где зритель смотрит – специальное место, здание, в котором происходит театральное представление. Поэтому можно сказать «мы были в театре» или «мы смотрели театр». Театр зародился в глубокой древности. В Древней Греции было принято праздновать значимые события. Это наступление весны, там сбор урожая. И особенно греки любили праздник бога Диониса, который олицетворял силы природы, засыпающей зимой и возрождающейся вновь с первыми лучами солнца. Этот праздник радости, свободы, когда отпускали на поруки узников, оставляли в покое должников, не арестовывали никого. И это все делалось для того, чтобы все могли принять участие в веселье, которое так и назывался «Веселье Великий Дионисии». И смысл это был то, что они торжествовали победу весны над зимой. Значит, люди пели песни, переодевались, надевали маски, делали чучело животных. Сначала праздник устраивался на городских площадях, а потом для проведения представления стали строить специальные архитектурные сооружения. Здание театра строилось всегда на склоне холма. У подножия была круглая площадка, которая называлась оркестра. И на ней выступали певцы, декламаторы, актеры. За оркестрой располагалась скена. Это палатка для переодевания актеров и реквизита. Некоторые театры были поистине огромны и вполне сравнимы по вместимости сейчас с нынешними стадионами. Актерами в древнегреческом театре могли быть только мужчины. Они играли мужские и женские роли. И, кстати, это была очень многоуважаемая профессия. И очень сложная, потому что актерам приходилось выступать в специальных масках. И вот представьте, как вот в этих масках нужно же было все передать. Весь спектр эмоций. Передавали, конечно, жестами, голосом. Но главное, что передавали. Поэтому она была очень-очень сложная. Но она, в принципе, сейчас сложная. Не в принципе, а сложная. А еще актеры трагедий выходили на сцену в специальных сандалиях на высокой платформе. И они называются катурны. Это высокие сандалии для того, чтобы походку можно было сделать более медленной, гордой, величавой. Ну, как и подобает персонажу трагедии. И интересный такой факт, что в Древнем Риме ботинки катурны надевали только актеры, изображающие богов и императоров. Для того, чтобы отличаться от актеров, которые играют там обычных простых людей. Ну вот, как мы видим, до наших дней театр дошел, сохранив основные понятия. Посещение театра сейчас является праздником, а актер и ныне играет на специальной площадке, сцене, перед зрителями, стараясь показать всю гамму эмоций своего персонажа. Поэтому любите театр, ходите в театр, мы с вами не прощаемся. Говорим вам до новых встреч и встретимся обязательно на следующих занятиях театрального кружка «Вишневый сад». До свидания!